Город открывается не сразу, но уже чувствуется что-то большое и сильное. Николай Гарин Михайловский. Год 1897. Возможно, в недалеком будущем он станет фокусом важных событий. Фритьоф Нансен. Год 1913. Скоро здесь все переменится. И главным лицом будет инженер, учитель, ученый, образованный человек. Ведь какая эпоха идет? Арсеньев Владимир Клавдиевич. Год 1930. Thank you.
Thank you.